О, с небес. Доктор Тоттенхоф, Андрей. Да? Да. И ты, Слави, я думаю, понимаешь, ему хана. Ага. Ну, не знаю, что у нас эти самые. У него твоя тактика, Андрей. Точно, сука. Андрей, мы тупо не можем вам проиграть, ты же знаешь. Я знаю. Это будет позор на весь корпус. Вот этот Махов, он перестал воевать, смотри. Я думаю, после того, что мы сами себя взорвали, он немного засомневается в нашей адекватности, хотя... Бежал, бежал. Он сейчас будет делать эту штуку, Андрей. Это наш друг. А сука, ты ржешь, там, сука, бункер уничтожили, бля. Это я тебе, Никита. Уничтожь бункер их, блядь. Да сейчас, жди. Переходим к операции Аполлон. И не скажешь, что просто попался неудачно этот самый... Соперник, ой, партнер. Блять, как это нет? Ты, да блин, я же поставил, чтоб они поставились. И что доктор Тоттенхоф думает, чтобы не добил теперь? Она же уже не в полную силу с нами играет. Хотя бы один бункер это не это. Будем говорить, что у нас, блять, уже было. Сука, блять. Я выхожу из спорта. Я выхожу из этой жизни. Виноват, блять. Виноват. Виноват, блять. Ты виноват. Он тоже написал виноват. Ты видел? Да. Никита, такой позор, рот. Я это выставлю в YouTube, блядь, и напишу, что из-за моего друга инвалида мы проиграли, блядь. Ну это не наша самая сильная фракция. Угу. Зря ты написал виноват, он может обидеться. Я тебе писал. Ой, он может этого не понять.